В эфире новости на 9 канале. В студии Ирина Калашникова. Здравствуйте. Сегодня православные христиане празднуют Крещение Господне – один из главных церковных праздников. 19 января вспоминают о том, как пророк Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в водах священной реки Иордан. В храмах в этот день и накануне происходит Великое Водосвятие. Богослужение в крещенский сочельник начинается с чтения царских часов, затем вечерня и литургия Василия Великого. Эту большую службу совершают всего несколько раз в год. Рождественские крещенские сочельники, Великий четверг и субботу. В молитве вспоминают о том, как Христос благословил 5 хлебов для насыщения 5000 человек. А затем и спрашивают и в этот день Божие благословение на хлеб, вино и елей. После помазания всем раздают по небольшому кусочку, политому освященным вином. Примерно в 2 часа ночи прихожане выходят на улицу, где и проходит Великое Водосвятие. Ты бы человека лючицею приеди, ныне найдем святаго твоего духа и освяти воды сие. Принято считать, что в крещенскую ночь вся вода становится святой. Днесь вод освящается естество, поют в церкви, то есть освящается вся водная стихия на земле. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи! Крещенской водой здесь же окропили всех прихожан. На лицах радость, несмотря на поздний час и прохладную погоду. Поздравляю с мироспасительным праздником Крещения Господня. Господь в своем общении с Иоанном Крестителем сказал, что ему необходимо исполнить всякую правду. По мысли Григория Богослова, каждый человек должен в своей жизни исполнить всякую правду. А еще исполнение правды состоит в том, что мы все крещенные и обновленные во имя Святой Троицы, во имя Отца и Сына и Духа Святого, должны вот эту правду исполнить исполнением заповедей Христовых во все дни жизни нашей. Практически у всех аскольчан в руках пустая тара, чтобы набрать крещенской воды. Священники говорят, что совсем не обязательно приносить огромные бутыли и запасаться впрок. Даже небольшое количество богоявленской воды, добавленное к простой, освещает ее. Православные верят, что крещенская вода обладает особыми свойствами, не портится и помогает в избавлении от всяческих недугов. Анна Семенова, Илья Самсонов, 9 канал.